It's an emotional moment, and it's also an important business moment, because after 10 years of exploring the Russian market and making good cooperations with the customers, we finally took the decision to make this very important investment of 15 million euro. Прекрасно понимаете, подготовить такой проект требуется время. Очень много обсуждений, много конколами, бумаги и так далее, и так далее. Это нормально. Но когда наконец начинается такой день, когда мы начинаем с процедур закладка первых камней, когда ты можешь физически видеть результат всех этой работы, это, конечно, очень радует. Проект здесь, который мы видим в Калуге, очень впечатляет. Объемные инвестиции, 50 миллионов евро в локализацию местных производств, это немало. Сроки сейчас очень жадны, через уже ровно год этот завод должен работать. Но это просто здорово, когда мы видим, когда производство развивается, именно поэтому так мы здесь и находимся. В России есть такая поговорка «хлеб всему голова». И то, что мы видим здесь, на прилавках наших магазинов, и то, что будет производиться в Калужской области, сегодня практически весь товар импортируется из-за рубежа, это, конечно, серьезный прорыв, потому что мы любим поесть вкусно, а какой стол без хорошего хлеба? И в том хлебе, который производится в России, его производится немало, значимое место будет занимать продукция «Лаларей». И продукция, которая будет производиться в Калужской области, в полной мере, несмотря на то, что корни бельгийские, продукция будет наша общая. Сам проект полностью соответствует одной из федеральных программ России. Это локализация производства. Это прежде всего. Ну и, конечно же, люди, 150 рабочих мест уже в июне 2022 года и далее рост до 300 рабочих мест. А это семьи, это поддержка семей, это стабильность этих семей, это достойные зарплаты, достойное страховое обеспечение сотрудников, их развитие и долгое будущее. И, конечно же, здоровье, которое принесет сам хлеб. We really believe strongly in the Russian market because, first of all, it is an important bakery market with good tradition, and we would like to add new products to this tradition and the possibility also to bake the products in the supermarket. And secondly, also because the market is in a strong economic development, well managed, to do the right decisions and to give the right support to companies and foreign companies. And we really appreciate also the strong support of the Kaluga government, who gave us all support to make this event happen and make successful. I hope that the opening ceremony of next year can be used as a signal that we are back to normal situation and that other Belgian companies will take the example of La Lorraine company to come to Russia and to do to make further investments. Но я знаю много других компаний, которые либо откроются производство в России, либо расширяются свои производства, потому что рынок есть, рынок развивается, мы хотим увеличивать наши производства, поэтому достаточно оптимистично смотрим вперед.